Привет, привет, друзья! Сегодня на канале Игрули ТВ новое приключение, которое называется «Адам и Ева». И встречайте нашего героя. Его зовут Адам. Шарик? А ты-то тут что делаешь? Это же другая игра. И чё? Была другая, теперь будет моя. Ага. Опачки! Ну вот, другое дело, теперь я Адам. Иха! Ну что ж, друзья, получается, что у нас теперь не Адам, а несносный Адам. Но это же неплохо. Это не неплохо. Это великолепно. Со мной всегда веселее. Да и кто же тебя потроллит, если не я? И то верно. Погнали проходить. Чё это за тарабарщина там сверху написано? Там написано, что сначала нужно кликнуть на камень, потом кликнуть на тебя, и в итоге мы должны попасть в рай и встретить там Еву. О, класс! У меня как раз цветочек для Евы есть. Вообще супер! Тогда кликаем на камень. Вперед, дружище! Пропасть впереди! Мне не перепрыгнуть! А слева смотри, бобер сидит. Может, он нам поможет как-то? Эй, бобер, сделай там что-нибудь! Ну скорее, я же спешу. Да уж, ну ты мастер просить. Ой, да ну тебя, сам попробуй. Хорошо, мистер Бобер, а можешь нам с Адамом помочь перебраться через пропасть? Во, смотри, Адам, он подточил дерево. Ну-ка, давай попробуем теперь его свалить. Эть, и получился мост. Крутяк! Погнали дальше! Спасибо за помощь, бобер! Опа-на! Качели! Давай покачаемся! Да некогда нам качаться! Мы же идем к Еве! Ты лучше придумай, как тебе наверх забраться! Не знаю! Может забраться по этим деревьям, что впереди? Ой! Они шевелятся! Слушай, так это не деревья, это чьи-то лапы. Да? А, ну-ка взгляну поближе. И правда? Ой-ой-ой! Ха-ха, смотри, Адам, это же динозавр. Еще к тому же и девочка. Привет, красавчик! Привет! Похоже, ты ей понравился, дружище. Не, она, конечно, милаха, но слишком большая. Да не боись, это же диплодок. Это динозавр не хищный. А-а-а, фух, в смысле, да я и не боялся. Да-да, я заметил, аж заикаться начал. Ладно, давай лучше подумаем, как нам дальше пройти. А вон, какая-то тарзанка впереди. О, смотри, динозавр нам хвост подвинула. Класс! Спасибо тебе, милаха! Пожалуйста, красавчик! Ладно, мне пора. Фух! Что, Адам, не любишь динозавров? Не, ну, в фильмах или мультиках они мне нравятся. А вживую пока непонятно. Кстати, Ребзя, напишите в комментариях, любите ли вы фильмы, мультфильмы и игры, в которых есть динозавры? О, мне тоже интересно. Друзья, пишите в комментариях слово «да» или цифру 1, если вам нравятся динозавры. Или пишите слово «нет» или цифру 2, если не нравятся. В следующей серии узнаем, какой вариант победит. Так, Адам, а чего мы стоим-то? Или ты черепаху тоже боишься? Черепаху нет, а вот кольев внизу, да. Эй, черепаха, может ты первая по мосту проползешь? Похоже, нет. Вот упертая. Эй, черепаха, иди кое-что покажу. Не-а, не прокатило. Может ее приманить листьями, которые за тобой?
О, а за ними яблоко. Во, эй, черепаха, хочешь яблочко? Если хочешь, иди возьми. Отлично, черепахи колья не страшны, так как у нее панцирь, а мы можем проходить дальше. О, лифт. Вот на нем-то я и спущусь вниз. Только камень надо убрать. Все, поехали. Эй, лифт, доедь ты уже. О, спасибо, Ребзя. Оу, дружище, похоже, нам нужно в пещеру. Но путь нам перегородил птеродактиль. Вот же ж борзота! Эй, фиолетовый пупок, пропусти! Не-а, не боится он тебя. А у меня вот тут впереди здоровенная тыква есть, а сзади каменный шип. Бойся меня, птеродактиль! Тыквы и камня он тоже не боится. Нужно что-то придумать. А, там еще сзади бревна есть. Так, и дальше что? А, во, тыкву можно наверх поставить. А последняя ветка? О, ее тоже можно повесить. Ага, зырь, это теперь пугало. Чё, птеродактиль, теперь пропустишь меня? Не-а, но это пока и не пугало. Давай-ка сделаем его пострашнее. Сделаем в тыкве глаза, нос и рот. Вот так. Ну, птеродактиль, что теперь скажешь? Ага, струсил крылатик. И мы можем проходить дальше. Ох, ничего себе, какой гриб. Наверное, вкусный. Эй, ну ты чего? Непонятно, какие грибы не нужно есть. Ты лучше дальше проходи. Да куда проходить-то? Там же впереди вода. Нужно какую-то лодку найти. А вон, смотри, под камнем какое-то весло, что ли? А, не, это топор. Слушай, а грибы же вроде не тонут? Вроде нет. Давай топориком его срубим и проверим. Опачки, а вот и лодка. Точнее, плот. Я поплыл. И чего ты остановился? Рыбина не дает проплыть. Смотри, какая злющая. Эй, рыбина, кыш. Прогнать не получается. Может, давай попробуем задобрить? Вон, смотри, сверху есть червячок. Только вот паук его не отдает. Тогда давай по-другому. Эй, летучая мышь, ну-ка шугани рыбу. Похоже, ты ее шуганул. Вон она, смотри, аж бабочку пойманную выпустила. И смотри-ка, похоже, пауку бабочка нравится больше. А это значит, что мы можем взять червяка и угостить рыбу. Отлично, рыба всего лишь хотела червяка, поэтому тебя и не пропускала. Приплыли! Ну так, забирайся наверх. Там, в лестнице, одной палки не хватает. Так вот же она, сверху, на нее вода льется. Не достать. А вон под камнем еще лежит палка. Только она как-то коротковата. Зато она заостренная. Можно как пробку использовать, чтобы воду перекрыть. Ну-ка, ну-ка. Ха-ха, точно. Вот теперь ставим последнюю ступеньку, и ты, шарик, тюты, то есть Адам, можешь забираться наверх. Тут еще один динозавр. Так это же трицератопс. Эти динозавры тоже не хищные. Это, конечно, радует. Только как бы его обойти? Он вон какой здоровенный. Ну, давай посмотрим, что тут есть. Да ничего тут нет. Только вот черепок сзади. Слушай, а ты точно уверен, что это динозавр не хищный? Да, уверен, уверен. Черепок, говоришь? Может, он нам чем-то поможет? Может, напугаем динозавра? Не-а. А, может, давай кость кинем? И динозавр побежит за ней, как пес. Не побежал. Но зато мы подковырнули какой-то камень.
И что за ним? Ага, мышь! Зырь, как динозавр шуганулся! Вроде такой здоровенный, а мышонка испугался! Ага, но самое главное, что он не переграждает нам путь, и мы можем двигаться дальше. Ой-ой-ой-ой! Что случилось, дружище? Я шел по мосту, и тот он неожиданно сломался. Сделай что-нибудь. Держаться одной рукой тяжело. Так брось цветок. Не-не-не, это для Евы. Ну, давай я тебе лестницу подвину. Проходи. Да сейчас же ты не удержишь. Ну, я тогда даже не знаю, что делать. Вот, разве что внизу есть какое-то бревно. Давай попробую им закрепить лестницу. А вторую половину придержу. Проходи. Скорей, 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 скорей! Есть! Фух! Чё-то я прям перепугался. Надо бы передохнуть чутка. Эй, какой передохнуть? Пошли дальше. Не-не-не, надо передохнуть. А то я сейчас даже думать не могу. Сил нет. Еле удержался на этой веревке. Эх, ну ладно, давай тогда на этом и закончим серию. А оставшуюся часть пути пройдем в следующей. Поддерживаю! Поэтому пока! Пока, Ребзя! До встречи в следующей серии! Пока-пока, Адам! Пока, друзья! До встречи на канале Игрули ТВ! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии!